Теперь посмотрим, как происходит чистка. Элитные семена. Теперь нужно отсоединить. Где-то тонну грузим. На пятом мешке он уже научится. Одна 40 на 40, толщина 3 миллиметра. Он удержит, даже больше, то на 200. Решили без троса. Нормально. Крюк, который можно поворачивать. Закончили чистить семена пшеницы и ячмень. Теперь перешли на горох. О, Шурик привет передает. Решили в этом году сварить рамку, по примеру, этой деревни. Вот она, видите, поближе подойду, расскажу про нее. И насыпью теперь мы газоны не будем на посевную грузить, как раньше. Теперь будет работать трактор, бигбеги. Привозим на поле, загружаем сеялку, 1-2 бигбега и пошли работать. И людям проще, не нужно ведрами маслать, потому что реально тяжелый труд. Мужики эти года, конечно, ну, сильно потрудились, устали уже. И нам будет проще хранить в складе. Меньше дробится горох при разгрузке, погрузке. Теперь посмотрим, как происходит чистка. Нарик! Вот сам горох. Горох хороший. В принципе, дроблевки немного, да? Но половина хватает. Ну и мелкие, щуплые есть, которые надо отобрать. Вот что идет в отход. Отход хороший, тоже потом его будем продавать. Даже лука, все половинки и мелкий горох уходит. Теперь посмотрим, как получаются наши семена. Обратите внимание, элитные семена, ну практически. Есть и средние, и крупные, ну хорошие, мне нравятся. Тебе нравятся семена? Бомба! Опять кунг в работе. Тоже заскучал здесь работать. Дядя Слава сегодня на нем. Короче, работаем. Как происходит процесс дальше? Теперь нужно отсоединить трос и повесить цепь. Перехватить ручки на мешке и перевести его отдельно. Убирают сейчас рамку. Где-то тонну грузим в мешок, чтобы поднимать удобно было трактором. Сейчас завяжет мешок. Биг-бег. О, Виталя привез. Че, нормальная тема? Силикончика надо, да, что-нибудь? Моющим, да, можно. Теперь ручки. Не достанет. Нету этого. Давай. Таким вот образом сейчас зацепят. Дядя Слава профессионально сейчас подъедет прямо и поднимет крюк. И профессионально. Попытка номер два. Только сказал, что профессионально. Он просто еще не до конца прошел стажировку, видите, поэтому в процессе работы учится. Нормально все, нормально. Нормально, но очень долго.
На пятом мешке он уже научится. Он далеко не будет, сказал. Пару слов о рамке. Взяли две трубы. Одна 40 на 40, толщина 3 мм. Виталя порезал, приварил ее крест-накрест. Сюда приподнял. И 20 на 40, не перебивай. Тоже троечку сделали. Сверху кольцо и 4 крюка на цепочках. Все приварили. Тонну держит. Даже больше, то на 200 получится, ну лучше тонну будем делать это. И нормально. А вот уже гусак сделали, да? Бомба. Удобнее будет сыпать. Сразу целится в мешок. Не надо уже. Решили без троса сразу наверх цеплять, чтоб меньше телепало его. Ну и понадежнее как-то висеть будет. Сейчас посмотрим, получится так без троса или нет. Чуть-чуть повернуть. Процесс пошел. Нормально. Ну трубу быстро сотрёт. Нормально, нормально. Пойдем. Так, проверим новую разработку. Без троса и без прицепки, чтобы экономить лишние пару минут. Сразу просто переставить и на месте уже завязать. Далеко просто не возить. И, наверное, это будет оптимальное решение. Сейчас посмотрим, как он будет крутиться, не крутиться. В принципе, нормально, кстати. Все, достаточно, да. Да, так даже лучше оно будет. Вот чуть-чуть от земли поднял. Сколько там? Зазор 10 сантиметров. Не дергай просто. Далеко пусть и возит. И все, и не надо перецеплять рамку. И ручки будут целее. Меньше дергаться мешок. Сразу поставили и все. Эта технология уже будет лучше. Главное не въехать задним колесом в мешок. Мешок стоит дорого. А мы их планируем использовать многоразово. А все, ставить надо уже. Так, поближе, да? Время немножко занимает. Вот эти все переезды, мешок. Ну, если с утра начать нормально чистить, без перестановки решет, там, в принципе, тон 25, я думаю, за день должны делать. А если постараться, то и 30 начистим. А потом довезти в склад. Ну, или до конца февраля, там будем смотреть. Условия складываться будут. Все нормально.
готова. Теперь окончательная разработка уже. Крюк, который можно поворачивать. Будет он вес держать? Ну все тогда. Теперь уже лучше. Вот такой кабан, Витя, и на таком мопеде. Ты работать будешь или все, кофе? Да кофе. Нормально, процесс идет. Вон уже 20 часов уже сегодня навозили, еще полтора часа есть. Ну, вот еще хоть 5 носить, нормально, короче.